Около 10 тысяч человек сегодня приняли участие в масштабной акции протеста грузинской оппозиции. Под лозунгами отставки Михаила Саакашвили и проведения досрочных президентских и парламентских выборов ее сторонники два часа митинговали в центре Тбилиси, а после направились с шествием к президентскому дворцу. По требованию оппозиционных лидеров полиция перекрыла проспект Руставели и в происходившее не вмешивалась. Сегодняшняя акция самая крупная после августовских событий на Кавказе. Митинг приурочили к годовщине разгона мирной демонстрации в грузинской столице. Тогда, 7 ноября 2007-го, оппозиционеров разогнали подразделения спецназа. Теперь противники Саакашвили заявляют, что сегодняшний митинг – это начало пути по смене власти в стране. Наши акции протеста примут перманентный характер. Мы должны добиться своих целей, главное из которых – это смена власти. Нынешнюю власть уже не хотят видеть нигде, ни в Америке, ни в Европе. Но свое окончательное слово должен сказать грузинский народ. То, что произошло в Грузии, это только лишь вина нашей власти, нынешнего руководства. Они нас обманывали и тогда, когда начались августовские события, которые обернулись для Грузии трагедией. И до сих пор они уверяют, что мы вышли победителями.